Привет, подписчики и гости моего канала. Мне грустно сегодня записывать это видео из-за событий, которые сейчас происходят на Украине. И я скажу честно, мне немного тревожно, и одновременно меня распирает злость из-за того, что такие события могут происходить в современном европейском обществе в 21 веке. У меня на этот счет есть свое мнение, свое понимание, кто виноват во всей этой катастрофе. Я, конечно, не буду сейчас об этом говорить, потому что канал у меня не политический, канал немножко у меня о другом. У меня для вас есть очень интересная новость, связанная с Геленджиком, поэтому я хочу сейчас с ней, этой новостью с вами поделиться. Заодно прогуляюсь по набережной, ведь в Геленджике сегодня отличная погода, на улице 16 градусов. Так вот, новость такая, как сообщает интернет-портал «Блокнот Геленджик». 19-й международный банковский форум пройдет в городе Геленджик с 21 по 24 сентября 2022 года. Впервые за всю историю он покинет Сочи из-за повышения цен на аренду зала в отелях города, а также из-за жестких условий контрактов, которые вели в отелях Сочи. В Сочи на сентябрь 2022 года цены на проживание в отелях поднимутся где-то на 30-50%. Естественно, это вызовет определенные сложности у банков, которые будут оплачивать проживание. Это приведет к серьезному подорожанию самого мероприятия, вплоть до скатывания в убыточность, сообщают организаторы форума. Казалось бы, такая незначительная вроде новость, но она может иметь последствия и привести к общему подорожанию гостиницы, отели в этом году. Ведь как это работает? Обыкновенный закон спроса. Подорожают сначала отели премиум-класса, пятизвездочные. На них упадет спрос. Спрос увеличится на отели среднего дивизиона. Это 2, 3, 4 звезды. Поднимутся и там цены. Затем подтянутся цены на отели и гостиницы, гостевые дома уже более дешевого сегмента. Ну и я полагаю, в связи с тем, что будет общее повышение цен в Сочи, увеличится спрос на отдых в Геленджике. Ну и местные владельцы гостиниц и отелей не замедлят себя ждать, поднимут цены. Поэтому я считаю, что в этом году, в этом сезоне нам стоит ждать вполне, в принципе, запланированного удорожания цен на съем жилья, на отдых в целом на наших курортах Черноморского побережья. Напишите, пожалуйста, в комментариях, планируете ли вы отдых в этом году на Черноморском побережье. Мне будет очень интересно прочитать каждый комментарий. И напоследок я хочу сказать вам, братья украинцы, мы простые, адекватные русские люди. Желаем скорейшего окончания этого военно-политического безумия. И мы прекрасно понимаем, чьи политические цели эти действия преследуют. И они не связаны ни с миром, ни с свободой. Всем мирного неба. До новых встреч на моем канале. Пока.